Всем привет. Вот такие новости хотел рассказать по Lasius Nigers. Lasius Nigers. Вот они, я немножко их взбудоражил, забегали. Здесь плохо их видно, поэтому я давно не снимал, потому что у них ничего интересного такого и нет. Плохо видно. Вот, кстати, был комментарий. Вот этот формикарий, который я сделал из баночки от ватных палочек. Видео где-то заснято на канале, можете посмотреть. То, что я к чему клоню, что формикарий можно делать вообще из чего угодно, из подручных любых средств. Кто-то спрашивал, короче, в комментарии, что где-то увлажнение. А увлажнение тут... Да я вот сюда вот в дырочку лью, да и все. Вот можете воду. Вот можете заметить, у них даже капельки есть, то есть увлажнение. С увлажнением все в порядке. Сейчас немножко сфокусируем, может, будет лучше видно. Ну, вот так вот, если только. Колония небольшая, помаленьку развивается. Поэтому новостей особо я про эту колонию и не делал. Да, в дальнейшем, когда она разовьется и станет крупной, конечно, я ее пересажу, сделаю формикарий, тогда будут новости. Но это, я думаю, еще будет не скоро. Ну, а пока вот такая вот сводка новостей по этой колонии. Что она вся жива, что жива, все в порядке. Вот они. Прям охота пальцем потереть там. Но туда не залезть. Вот так вот, наверное, будет лучше даже видно. Ну, вот так.